Вас приветствует супермаркет Семян. А сейчас я вам хочу рассказать об упаковке чешской компании Maravasit и томате Tastier. На упаковке указаны следующие данные: название гибрида, номер партии, количество семян, упакованных в данную упаковку, фотография гибрида, а также название компании-производителя. На обратной стороне вы можете найти данные о производителе, а также рекомендации, что это посевной материал, который нельзя употреблять в пищу, хранить в сухом темном помещении, недоступном для детей. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.